Итак, приступим к разрубу наших наборов для рагу. Так, начнем с ребрышек. Снимай сюда поближе. Вот, прорубаем вдоль позвоночника с небольшим отступом. И ее на две части. Ребрышки. Вот еще не пойдут. Потап, уйди. Эх. Так, ну-ка, Кэш, отвлекаете. Вот рагушечка пойдет у нас. Тоже на рагу. Так. Таким мелким нарубом. Выяснится. Успел, кто-то съел. Веерочек. Так, что у нас шейка осталась? И все? Все, только шейка. Вот таким макаром порубили. Это все у нас для тушения.